Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается заявления Эрдогана. И это заявление ошарашило некоторых пользователей соцсети. И как вы видите, радио «Аврора» пишет, что так называемым непризнанным республике не должно быть армянских войск, и это сказал Эрдоган. То есть в Карабахе не должно быть армянских войск. На это пользователи этой радио ответили очень негативно. Посмотрим, что мы хотим открыть границы и стать братьями. Что такое лук сладкий? Кожа, она меняет только поле. И что Армения принимает условия? Сегодня проходит 104 лет со дня геноцида азербайджанцев. Многострадальный народ в 1918 году поставил нож в спину азербайджанцев. Сейчас уже время сильных, поэтому задумайтесь об этом. Это для негативного комментария армян. Армяне, как вы видите, тут пишут, что мы хотим мстить. Нет мира. Армяне будут плакать. А здесь раньше, чем пятница, то есть во сне. То есть, если показать перевод, достаточно хотите сволочи, дружить. То есть, все негативные комментарии, тут все сатаной его называют, то дьяволом называют и так далее. А если посмотреть на это видео. Извиняюсь, коллеги, я официально заявляю, как и ранее, что Армения, для Армении эти 5 пунктов являются приемлемыми. И мы считаем, что если немножко добавить там некоторые аспекты, мы можем начать обсуждение насчет этих ваших 5 пунктов. Да, мы очень надеемся. Это означает, что эти негативные комментарии в адрес Эрдогана, в адрес Азербайджана свидетельствуют тому, что некоторые в Армении граждане недовольны тем, что наступает мирный период, и правительство Армении готово к взаимным сотрудничествам и принимает условия Азербайджана. Спасибо всем за внимание и удачи всем.